взяли на рынке прессованную рыбу, сушеную к пиву. Вот так она выглядит. Пробовали, вкусная. Но запах, конечно, ну, в принципе, рыбой. Вот это мы пробовали, вообще вкусненько. Она такая засушенная совсем. Я не знаю, что за рыба, потому что они, вьетнамцы, по-русски не говорят. Дали попробовать, понравилось. Вот. Ну и фрукты. Фрукты папайя, ананасы. И бутылочку пива взяли. Пиво взяли Сайгон. Сейчас будем кушать и пить пиво. По вкусу это рыба прессованная, сушеная. Она такая сладковатая. Они, видно, вымачивают ее в каком-то соусе сладком. Она даже больше сладковатая, чем соленая. Ну, нам понравилось, вкусненькие. Рыбки прессованные. Особенно понравилось вот это. Ну, как я уже говорила, вот сейчас мы... Ну, стоит дороже, да, чем вот это вот. Ну, это тоже ничего, так сладенькое. Сладко-кисло-соленое. Ну, просто не кислое. Не кислое, ну... Не кислое, пожалуйста. Немножко. Сейчас попробуем где-то. Ну, там какая. Ну что, вкус, наверное, одинаковый с этой, да? Хоть вроде разные формы она, или не одинаковый? Нет. Другой? Маленько другой. Ну, вроде рыба другая. Там более насыщенный вкус. Вот у этой, да? Угу. Получше. Это, мне кажется, даже сладче. Угу. Это просто сладкое, это сладкое соленое. Нам к ананасам положили вот такую вот приправку. Мы думали, что это сахар с какими-то, ну, сладкое что-то. Оказалось, это соль с перцем. То есть рыбу они едят сладкую, получается, а ананасы едят соленые и перченые.